контейнер монстров! Нифига себе, это то самое! Посмотри, что там! Офигеть! Я вижу! Блин, это очень классно выглядит! Это очень классно! Так, раз, два... Вау! Я впервые, кстати, такое интересное место вижу. Мне кажется, даже на хайпикселе такого нет, чтобы ты понимал. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, я Лололошка, и добро пожаловать в супер необычное прохождение Майнкрафта. Но в этом супер необычном прохождении нам поможет мясник. Здравствуйте. Мясник GK, я устрою сегодня резню. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня действительно мы будем проходить эксклюзивную карту. И как вы видите, здесь есть даже надпись «Опасно». Ну слушай, об этой опасности поподробнее нам расскажет сам мир. Добро пожаловать на поле. В этот раз вы оказались в довольно жутковатом месте. Казалось бы, никого нет, но из ниоткуда появляется нечто. Сможете ли разгадать тайну этого поля и убить дракона края? Кто знает, может быть, вы и будете теми самыми героями, которые решили загадку этого поля. Угу, то есть какая-то загадка на этом поле. Да, это, наверное, тоже все, что я понял. Загадка. А смотри, наверное, в опасность мы сейчас не пойдем. Посмотрим, да, кто что здесь продает. А, есть кузнец. Нет. Всякие стрелы, цепи, ну, короче, ничего прям суперинтересного тут нет. Для того, чтобы улучшить или зачаровать предмет, бросьте нужный предмет и ингредиент на наковальню или стол зачарования. А, то есть вот сюда или сюда. Ну и что же ты продаешь? Булыжник. Позволяет улучшить деревянный меч до каменного на наковальне. А, ты вот оно как работает. Короче, нам нужны медные монеты. Как их добывать? Судя по всему, надо идти туда. Что? А что за бум... Смотри. О, кстати, реально. У тебя в инвентаре какая-то бумажка есть. Реально, статистика. Тебе написала в чате? Да, да, да. Скорость монстра увеличена на 0, сила монстра увеличена в 0 раз, скорость появления монстра 40 секунд, нифига себе, и ваш яд наносит 0 урона в секунду. Это, видимо, где-то там, на той стороне. Но посмотрим, что есть еще. Тренер монстров, нифига себе, это то самое. Посмотри, что там, офигеть. Я вижу, блин, это очень классно выглядит, это очень классно. Я еще, на самом деле, вот здесь заметил, купить миньона первому игроку и купить миньона второму игроку. Это, видимо, тот, кто будет фармить за тебя. Ты второй игрок, и нам надо по 30 поинтов. Так, а вот по поводу тренера монстров я хочу изучить. Открывает проход Vent. Эволюция 1. Монстр эволюционирует до адского. С него начинает падать новый лут. А также увеличивает количество поинтов в 1,5 раза. Тут понадобится эссенция. А где ее взять? Я не знаю. О, у тренера, кстати, прикольная вещь. У скорости у него есть укрепление и яд. То самое. О, реально. Но тут не медная монета нужна, а серебряная. Да. То есть придется пофармить. И вот она, то самое. Здесь мы можем покупать медные монеты. Но тут всякие эссенции. Я так понимаю, с небольшим шансом эссенции падают с монстров. А, да, кстати. Но я уже хочу выйти в опасно. Да, все, пойдем. Что-то мы тут прям реально долго сидим. Я понимаю то, что у нас, наверное, сытость сейчас будет убывать, все будет плохо. И я вижу монстра. Что такое? Вы нашли неплохую палку, которая хорошо подходит для битвы с врагами. Чего? Заостренная. Что это? А мне ничего не дали. Погоди, а если я сюда встану? Ничего не происходит. Подожди, ну-ка, я попробую этой палкой подраться. Давай, давай, давай. Просто мочи его, у меня просто деревянный меч. Интересно, а с него вообще что-нибудь падает? О, тебе поинты дали. Мне медаль победителя дали. Слушай, а если она падает с маленьким шансом? Ты понимаешь то, что там ее на что-то можно поменять? Я прекрасно понимаю, я это помню. Но подожди, мне интересно, что если я добью палкой, может быть, что-то интересное будет? Не просто так, чтобы мне дали эту палку. 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, и еще мой удар. Медаль победителя. То есть всего 9 ударов надо было нанести. Ну, наверное, я не знаю, для чего это. А пойдем, пойдем посмотрим. Итак, медаль победителя меняется на 3 предмета. Ускорение, усиление и время. Ускорение 1. Увеличивает скорость монстров на 10%. Но при этом количество поинтов за убийство будет повышено в 1,1 раз. Давай. А может быть время? Уменьшает время появления монстра на 5 секунд. По-моему, это круче. Я предлагаю тебе по одному купить. То есть ты время покупаешь, а я вот это. Хорошо, давай, я время покупаю. А, я вижу, потому что смотри. А-а-а! Оно теперь дороже. Время 2, 5 медалей. То есть эти улучшения на нас двоих, прикинь. Подожди, я лучше куплю усиление, потому что там 1,2 раза. Все. Да-да-да-да-да. Сила монстра увеличена в 2 раза. Мне тоже это написало. То есть наши покупки, они на двоих игроков. Классно. Все, супер. Теперь наша задача, во-первых, убить каждому по 2 монстра, чтобы у нас было по 30 поинтов, и мы открываем миньонов. Да, я тоже хотел. Слушай, ты прям реально читаешь мои мысли. Я тоже хотел миньоны купить. Все, давай тогда убиваем. 22 поинта. Да, дали медальку. То есть нам надо желательно сейчас 5 медалей, чтобы еще время прокачать, и он еще быстрее появлялся. Угу. Пошел отсюда. Значит, я первый игрок. Покупаем. Как покупается? А, я просто нажал. Ути, господи! Стоп!
Зачарованное зелье имеет странный побочный эффект. Мне выпало с монстра. А что мне так везет? Ну-ка, попробуй, давай, пей. Сейчас пусть появится монстр, чтобы его начал убивать. И хорошо. Слушай, а миньон пока что мне ничего не приносит. Или приносит. Сейчас у меня 8 поинтов. 9! Да, работает. Нормально. А сколько прокачка стоит? Прокачка стоит до второго уровня 50 поинтов. Ну, слушай, по-моему, это неплохо, надо прокачивать. Угу. Тренер монстров, здорово. Усиление так, 2. Я ускорение. Пью зелье. Слушай, я его сейчас ускорю, если что. Half boost, у меня 3 строчки хп теперь. Вау! Мне кажется, это надо было на какого-нибудь босса сохранить. Тут по-любому есть боссы. Я прям на 3000 подожди, уверен. Подожди, стой. Чего? Откуда у тебя? Интересно. Не, у меня мало хп, подожди. Откуда у тебя незритовый меч? Это проклятый меч, я тебе скажу. На нем 150 использований еще есть. То есть я могу 150 раз ударить, отлично. А как это? Тебе выпало с него, что ли? Да, мне повезло просто. Ну ты посмотри. Приколюха. Блин, это очень классно. Так, слушай, ну, на. Знаешь, когда сказать нечего. Когда нужно подарить что-то на день рождения другу. Вот, держи. Ладно, кстати, на тебе медаль рождения. У меня есть анекдот. Давай. Итак, запоминай. Педофил, некрофил, зоофил и экстремал сидят в тюрьме. Зоофил. Эх, мне бы кошечку. Педофил, маленькую кошечку. Некрофил, мертвую маленькую кошечку. Экстремал, мяу. Ну что-то в этом... Блин, на самом деле я бы сейчас заржал, если бы этот анекдот 20 раз не слышал уже от самого себя. Ребята, я надеюсь, то, что вам такие эксклюзивные темы нравятся. Именно поэтому, пожалуйста, если вы не подписаны на канал, подпишитесь. Вот я знаю, как тяжело навести мышку или свой пальчик на кнопку подписаться. Но умоляем вас, сделайте это. Смотри, миньон 3-го уровня у меня уже оказывается. Чего, ты уже прокачал? Слушай, ну да, я тогда тоже. И как поинты идут? 24. Я пока расскажу тебе анекдот. А, давай анекдот. Короче, жена находилась дома со своим сыном, муж на работе, и жена прячет ребенка в шкаф, потому что приедет любовник. Ребенок в шкафу, вот, короче, мадам развлекается с любовником, и тут стук в дверь. Приходит муж. Жена быстро прячет любовника в кладовку вместе с сыном, ну, в шкаф. Так, уже интересно. И разговор их обоих в шкафу. Ребенок говорит, темно здесь. Любовник говорит... слушай, ты только не расскажешь ничего, да, отцу своему? Он говорит, ну, молчание стоит денег. У меня вот есть футбольный мяч. Любовник спрашивает, сколько? Ну, $250. Он такой говорит, хорошо. Покупает, все нормально, все, договорились. Ну, все уже, следующий день, грубо говоря. Ситуация практически так же повторяется. Опять любовник идет в шкаф, прячется от мужа. И там опять этот ребенок. И говорит... Темно здесь. Он говорит, ладно, давай, говори, что ты хочешь. Кроссовки, $250. Хорошо, по рукам. Уже следующий день. Муж с сыном, ну, дома сидят такие, говорят, ну что, сынок, пойдем поиграем в футбол? Он говорит, не могу, я продал, типа, кроссовки и мячик. Он говорит, блин, как ты мог продать? Это же, типа, ты для этого, тебе нужно, чтобы играть в футбол. Ты согрешил, тебе нужно идти в церковь и реально покаяться. Ведет в итоге муж сына в церковь. В исповедальню, заходит туда и говорит, темно здесь. Священник ему говорит, ты давай только не тут. Что? Блин, ладно, такого я точно не ожидал. О, господи. Ну, это реально очень длинный анекдот. Это очень длинный анекдот. Я за это время успел 6 медалей нафармить, 125 поинтов, еще и похихикать с анекдотом. Ты понимаешь? Столько дел сделал, столько дел. Но, посмотри мне в руку. Смотри. В руку мне посмотри. Подожди, а ты как это выбил? А мне зомби выпало, прикинь. Ну и как, в принципе, я и говорил, что есть шанс определенный. Кстати, прикольно, наверное, что есть шансы там на проклятые мечи, на зелья всякие. Кстати, это зелье тоже выпил. Да. Так, ну подожди. Что, погнали? Я прокачиваю. Бам! 3-й уровень. И теперь нужно 200 поинтов, чтобы прокачать до 4-го. Выпей. Давай. Зачарованное зелье. И мне дали силу 6. Чего, блин? Насколько? Не. Ну, иди сюда, уйди сюда. Ой. И чуй. Не, ну я как бы все понимал, но этого не понимал. А меч? Вот, держите. Ладно, я могу прямо сейчас провести эволюцию. Монстр эволюционирует. Делать? Давай. Бам! И проверка. Дальше идет эволюция 2, смотри. И она продается за эссенцию ада. Блин, ну ты понимаешь, мобы-то эволюционируют, а ты нет. Монстр эволюционирует до эндеровского. С него начинает падать новый лут, а также увеличивает количество поинтов в 1.5 раза. 6 медалей победителя. Я обмениваю, например, на ускорение. И чё, кто у нас там спавнится в итоге? Я вижу зомби. А, наверное, нам надо его убить.
убить, и тогда заспавнится другой. Угу, давай, я это сделаю. Ну, погоди, погоди, миньончика надо прокачать, да, все. Теперь надо до 5 уровня 300 поинтов. Ну, у меня прям поперло уже, смотри-ка. Ну, я тоже как бы мог, я просто 2 серебряные монеты сделал. Подожди, а почему у тебя в итоге быстрее прокачивается? А почему у тебя поинтов реально идет больше, чем мне? А это карма за то, что ты меня убил. Это тебе пенальти реально... Стоп! Что? Огненный стержень! Да. Погоди, погоди, не эволюционируй, не надо, не делай этого. Давай выбьем, наверное, штучек 6-7 огненного стержня. А, ну лучше да, потому что вот это жопа. Если мы не выбьем стержни, то мы же, получается, портал не зажжем. Да, не, стоп, я думаю, как-то там все продумано. Может быть, конечно, и продумано, но давай поступим по-нашему. Убьем и потом пойдем. Убьем, а потом пойдем. Скорость монстра увеличена на 34%, сила монстра увеличена в 2 раза, скорость появления 30 секунд. Я думаю, то, что нам надо яд прокачать и время, чтобы быстрее появлялся. А сколько там медалей надо? По-моему, 9. У меня сейчас 5. Так, уважаемые, смотри, я прокачал миньончика и сделаю еще кое-что. Я иду к тренеру и апгрейжу себе укрепление и скорость. Все, теперь я быстрый и сильный. Ты как это сделал? Подожди. За серебряные монеты? А, за серебро, реально. Да, надо скорость прокачать, я тоже хочу. Слушай, 100 поинтов меняем, аккуратненько меняем. Теперь приходим и... Ты-дыщ. Просто знаешь, что мы еще кое-что не делали? Мы не апгрейдили свой меч, который можно сделать до каменного. А сколько это стоит? Ну ты просто покупаешь камень за 5 серебряных и делаешь на наковальне. За 5 серебряных? Да. Нет, за 5 медных, ты че? Какие медных, господи, да, я уже испугался. Подожди, а как это работает? Надо кинуть, там что-то говорилось прокинуть. Да, сначала я. Так, давай. Раз, два. Вау! Блин, это... Я впервые такой интересный механик вижу. Мне кажется, даже на хайпикселе такого нет, чтобы ты понимал. Ребята, делаем свой хайпиксель с флэкджеком и ложкой. Я, наверное, скорость еще прокачаю и... Бам! И силу надо по-любому. Или что это? Увеличивает ваш урон на 2 и здоровье на 2 сердца. Нормально. Урон надо. Все, я теперь смотри, какой быстрый. Так, теперь мой черед убивать монстров. А, нет, дай 2 медали. Пожи, дай 2 медали. Да. Тренер монстров. Время 3 уровня. Уменьшает время появления монстров на 5 секунд. И теперь у нас 25 секунд. Найс. Ваши силы и здоровье увеличены на 2 урона и 2 сердца. Тут чем больше покупаешь, тем больше строчек показывается. Понял, принял. 13 медалей победителя еще на 5 секунд уменьшит. Так, короче, запомни, 13 медалей надо. Выбиваем. Ехал. Ну что, 13 медалей мы нафармили и прокачиваем время 4. Let's go! И теперь ну-ка смотрим на статистику, и у нас 20 секунд. Ладно, пойдем посмотрим, что там еще для прокачки нужно. Кузнец, здрасте. Цепь. Я уже знаю. Я поэтому беру 1 серебряную монету и 5 медных, да? Ты хочешь железный слиток купить? Позволяет да улучшить каменный меч и кольчужную броню до железного меча. Погоди! Тебе нужно сначала цепь купить. Позволяет улучшить да кожную броню до кольчужной, да. Потому что тут кольчужная броня улучшается. Ну все, 1 медную монету тогда я делаю до цепи. То есть мне нужно выкинуть броню? Наверное. Так, давай проверяем. Я тоже купил 2 серебра. Да! Чего, прям получилось? А, и это на каждую, я так понимаю, каждую? Нужно. Офигеть! Ладно, я тогда в любом случае куплю железный слиток. Кидаем меч, кидаем железный слиток и та-дам! Железный меч. Кожаную броню снимаем и попробуем сейчас вот прям все выкинуть. И после этого 4 цепи. Чего? Ну вот, добагался, давай. Нет! Я баг нашел! Нет! Ну как я баг? Просрал 3 серебра! О, господи! Ладно, хочешь гвоздь программы покажу? Давай! О, нет! Нет! Я пошел. Ну зачем порвить ты такой крутой, а? Вот зачем? Ну я в любом случае родился? Куплю сейчас себе. Ладно. Все, броню я купил. Давай добьем 6 огненных стержней и улучшим, эволюционируем моба. Я сделаю то, чего не делал ни один из нас. Ну-ка. Выключил запись. Да нет, на самом деле, я покупаю яд. О, кстати, реально. Мы же ни разу его не покупали. Интересно, что она делает? Я тебе скажу так, это интересно. Что накладывается на столе зачарований. Давай. Как раз у тебя алмазный меч. То есть я беру, кидаю. Да, ни хрена. Что там? Ну он прям такой... И имеет эффект яд. Да, все верно. А теперь я тоже хочу купить. Итак, это стоит серебряная монета. Пойду куплю. Оп, 2 серебра. Яд, бам. Смотри, в чем прикол. Я уже скорость прокачал очень сильно. Теперь я очень быстрый. Какого у тебя уровня? По-моему, 3. Сейчас посмотрю. А, да, у меня 3 уровня. Мне нужно для прокачки 4 серебра. Красиво, я тоже хочу так. Все, прокачиваем до алмазного меча. Потом накладываем на зачаровательном столе. Ух, как прикольно! Какие эффектики! Да. Имеет модификатор яд 1. Ну что, поехали. Может ломать огонь. Что такое? Насыщение. Удари меня. А,
У тебя что-то сильный меч какой-то. Я не ожидал такой урон. Ну, короче, у меня защита 5, я так понимаю, и замедление 5. Короче, очень фигово. Проклятый стейк дает о себе знать. У тебя что, там много эффектов, что ли, дали? Ну, у меня 3 эффекта дали, я тебе говорю. Насыщение, защита и замедление. Ух ты ж, блин, проклятый лук выпал. Интересно, что такого в нем проклятого? И я еще заметил то, что моб начал спавниться очень быстро. А ну-ка скажи мне, сколько там надо, чтобы прокачать миньона? 17 медалей, да? 17, да, все верно. У меня 14, у тебя 3. Да, но у тебя еще есть эссенция ада. Да, я выбил эссенцию ада. И мы можем ее поменять. Слушай, я могу, в принципе, эволюционировать моба, потому что у меня 6 палочек есть. Либо могу продать. Я продаю. Нет, я продаю. Я тоже продал. Подожди. Без шуток? Теперь по новой. Подожди, ты реально продал? Да. Ты не рофлишь? Не-не-не. А сколько у нас палочек уже? 6. Ой, как раз хватает, поэтому апгрейдим. Ах, опа! Ты зараза, ах ты зараза. Блин, я уж поверил. Ну что, прокачивай миньона еще, наверное, тогда, да? Ну нет, я уже монеты все отдал, поэтому я прокачаю себя, пожалуй. 500 поинтов, бдыщ. Миньон куплен. О, миньон максимального уровня. Смотри, как у меня поинты пошли. Офигеть, это жесть какая-то. Блин, чтоб ты понимал... Я лучше немножко угол обзора поменьше сделаю, это вообще жопа. Ты очень быстрый? Да, я супер быстрый, у меня прям плывет экран. Я понял тебя. Ну и кто там теперь появляется? Ну, пока что Ифрит, мы его не убили просто. А, ну да, убей, убей. Слушай, а вот это в итоге что такое? А, ну это, видимо, то место, куда нам надо попасть. Эндермир. Из-за яда Эндермен постоянно телепортируется, он не может просто меня нормально ударить даже. Чего? Я это вижу. Господи, зачем мы яд прокачали? Так, а что вообще у кузнеца здесь есть? Ага, да назри тапнуть. Что такое? Ты видишь, что я выбил с Эндермена? А, с него тоже падают ифритовые палочки? Я тебе говорил, все продумано. У нас человек, который делает карту, гений. Да, реально гений, слушайте. Ребят, подписывайтесь обязательно, если хотите больше эксклюзивов. Это я так, ну просто на всякий случай. Напомню, ребят, что у нас будет просто классный контент, поэтому, ну, чему бы нет? С каждым разом все больше и лучше. А я тем временем беру незеритовый слиток и делаю себе незеритовый меч. Так, яд остается? Да, смотри, имеет модификатор яд. Остается. Тем временем я покупаю еще немного меди, 4 железных слитка, и я полностью прокачиваю броню до железной. Так, и я прокачиваю тогда миньона, все, он у меня теперь тоже максимального уровня. Покупаю себе монеты, потому что у меня есть эссенция ада, и теперь я делаю незеритовый меч. Давай, давай, догоняй постепенно. Ай, какая красота. Блин, ну конечно, алмазы тоже надо таким образом прокачать. А эссенция края тебе не падала? Эссенция края, к сожалению, еще не падала. Надо обязательно выбить. Покупаем 4 алмаза, ой, даже 5. А скажи, сколько у тебя строчек хп? У меня уже, блин, скоро вторая закроется. Стоп, а ты себя прокачиваешь? Да. Я на себя забил. Ну, забивай, забивай. Может быть, там будет у нас дракон, которого мы не сможем убить. Ну да, это тоже правда. На такой карте все возможно. Но я себе как минимум алмазную броню сделал, так что более-менее неплохо. Я тебе могу сказать так, что у меня очень классно. 2 эндерперла уже в руках. 7 медалек есть. Все, тогда копим. Опа! О, обычного мира. Блин, это не края. Продолжаем. Покупаем время 6 уровня, и теперь Эндермен будет появляться максимально быстро. Раз в 10 секунд. Обалдеть. Ром. Да. Я теперь максимально. И по силе, и по скорости, и по яду. Ты все прокачал? Да. Ну а я тем временем выбил уже 6 эндержемчуга. И смотри, Эндермен появляется вот прямо сейчас. На! Смотри, что мне выпало. Зачарованное зелье имеет странный побочный эффект. А, у тебя сейчас будет либо хила до хрена, либо сила. Ну-ка, сопротивление 2 на бесконечно. Круто! О, наконец-то! Выбил. Господи, эссенция края, спустя столько времени, она выбита! Хорош. А я тем временем... Назаритовую броню делаешь, дай угадаю? Да. Красавчик, слушай, я, наверное, то же самое сейчас сделаю. Покупаем назаритовые слитки, 4 штуковины, алмазную броню снимаем и постепенно качаем. Раз, два, три, 4. Та-да-да-дам, та-дам! А завершил испытание. Меня прокачать? Так я сейчас все сделаю, чувак, давай, ты посмотри, сколько давай, у меня денег! У меня денег просто... Ноль осталось. Но, тем не менее, монетки есть. Итак, я прокачаю укрепление, потом еще укрепление, потом еще укрепление. И все, вы перешли на последний уровень. Я так понимаю, это 6, да? Скорость обязательно прокачаем. Яд прокачаем. Еще яда. И даже еще. Я так понимаю, что я могу сразу самый последний положить, да? Я не думаю. Давай без багов. Ну, слушай, я попробую. Раз, два. Да, получилось. Сразу... А, нет, что? 2 уровня. А если я сделаю вот так?
А, ну ты посмотри, короче, их можно в любом случае, в любом порядке. Четвертый, пятый и последний, шестой. Все, готово. Блин, это реально, это очень классная механика, когда ты просто кидаешь, типа, оно да, шарится. Да, вот бы так в обычном Майнкрафте было. Итак, энд открывает проход в энд. Ба-бам! И по идее у нас... Да, пропадает решетка, но погоди, надо еды купить. Еды. У меня есть 10 стейков. Золотая морковка, вот что действительно поможет. Золотое яблоко, найс. Куда здесь надо идти, боже мой, как много всего, как много комнат. Здоров, Флэкджикей просто. Пипец, лук выпал, вот возьми. Возьми лук. Спасибо. Так, о, нашел. Ой, что? Ваши... Чего? Че? Ты смотри, что пишет. Ну, режим меняется. Да. Стоп, чего, заклинатель? Быстрее, пожалуйста, быстрее, пинай. Так это у меня тотемы бессмертия появились. Точнее, одна штука. Может, это мне, потому что классика по флэкджикевски это ко мне? Думаешь, умрешь, да? Ну ладно, вот тебе тотем бессмертия. Опа! Бам! Ну что, лук у тебя есть, стрелы вот держи. Вот тебе два стака. Спасибо. Эндерперлами проходим туда. А что если бы мы не... Чего? Я первый раз слышу, чтобы ты так разговаривал. Ну а что если бы у нас не было эндерпернул? Тогда бы мы не пернул. О, парковочка. О, пошел процесс, давай проверим нашу силу как раз. Но, нифига себе, силушка богатырская. Слушай, а если луком стрелять? Ну-ка. Да, луком тоже прям вообще хорошо. И стрелы летят так быстро. Че, затерпишь, да, сегодня, дракошка? Воу! Не, ну он определенно мой. Не, он мой. Не, он мой. Он же. Мой! Там написано мой. Да нет, я его убью. Я убью. Так, тихо. Куда целишься? Куда ты так долго целишься? Ждешь, пока я стрельну, да? Нет. Я убью! Да! Но это еще не финальная битва. А ну иди сюда. Ну давай иди. А ты это яблоко, сука, запал. А ты у тебя тотем станова бессмертия. А, кстати. А уже нет. Ты половину хп мне снял второй строчки. Фу, финальный босс повержен. Вот такой офигенный ролик у нас получился. Ребята, пожалуйста, мы будем вам прям пипец как безумно благодарны, если вы подпишетесь и поставите лайк. Это эксклюзивные карты, которые готовятся специально для нас. Это эксклюзивные темы, которые готовятся специально для таких роликов. И, как вы понимаете, дальше больше, дальше лучше. Именно поэтому подписывайтесь. ПЖ. Пожалуйста. И если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Флэкджикей. Всем удачи, всем пока. Пока. Пока, ребят.